Познакомьтесь с ним. Ир-2, Ивановский, Росточный 2. Родился он здесь, в этом конструкторском бюро Ивановского завода росточных станков. Завод еще строится, а на листы Ватмана легли первые линии проектов Ир-13, Ир-14. Ведущий конструктор Альберт Бумагин, инженер-электрик Лидия Боркум. Все конструкторы бюро хорошо знают, как ждут их станки-машиностроители. Ир-2 будет обрабатывать цилиндровые втулки дизелей для океанских судов. Вместо двух втулок – 8 за смену. Идут стендовые испытания. Скоро эти уникальные станки появятся на многих машиностроительных предприятиях страны.